Что ж, мы приехали в Телезе. Теперь здесь это выглядит примерно как так. Теперь выглядит. Да. Вот такая у нас дорога. Теперь вот эти провалы, очевидно, бывшие пещеры. Может быть, они есть, может быть, их нету. Ну, что ж. Полости еще остались. Между провалами-то ходы какие-то есть. В принципе, вся пещера Петровская, она вот тут, вот в этом поле. И где теперь вход, сейчас будем разыскивать. Ну что ж, выдвигаемся на поиски. Ага. Ура! Сейчас, наверное, туда. Туда, окей. Ага, они здесь были и искали, есть ли пещера. Да, здесь они явно бурили, искали пещеру. Все верно. Ой, елки. Ничего себе скользко. У меня очень скользкие ботинки. Резинки-то нормальные, если оставать их, то вообще ужасно. Да, там что-то провалено. Ну, тропинки-то есть. Оно? Ага. Вон. Супер. Надеюсь, не зацепит. Я не знаю, когда дорогу построят. Сохранится ли что-нибудь там внизу. И сейчас после их этих дырок будет ли что там внизу. Все-таки довольно опасная пещера. Хотя, может, есть надежда, что тут еще что-то останется. Все-таки лес целый. Конечно, не буду тут какую-нибудь развязку делать дикую. Ну, понимаешь, они будут дорогу чем-то укреплять. Mm-hmm. Соответственно, они предлагали один из вариантов залить это все бетоном. Ну, да глупо, они все не найдут, все, естественно, не зальют. Ну, большую часть. Все перерыто. Ну, Петровская, как бы да, Петровская они зальют, потому что они в нее смогут попасть. А все остальное... Здесь колоссальнейший район был, просто громадный, тут столько выработано. Ну нет, вот там, например, я думаю, все останется, там тоже. Петровская — это такой маленький кусочек вообще от всего. Mm-hmm. Здесь объемы были, ну они превысили бы, наверное, ну может не Саблина, конечно, но больше Танечкиной точно здесь было когда-то. И за дорогу уходило. А сейчас вот Петровский, они куда уходят? То есть вот понятно, он вход, да? В смысле? А дальше? Она вот в ту сторону идет и немножко-то вот за дорогу чуть-чуть, вот где машина сейчас едет. Ага, вот прямо туда, да? Там еще провал когда-то был у обочины. А вот это вот не оно обвалившееся? Это тоже часть Петровской. Часть Петровской. То, что, ну, как бы вот там вот пройдем вокруг этого всего. Угу. Ну, будем надеяться, что они пока строительством не раздолбали все это дело. Ну, говорят, что кто-то пытался заложить. Угу. Ну, я думаю, что пролезть-то можно. На пузе. Очень здорово расчистил вход. Он был таким раньше. И туда прям съезжаешь вот так из горы. Да. И вот значок какой-то ДЗР. Туда и туда. Вот у нас карта пещеры. И этой телевизийской карта. Петровской. Не знаю, насколько она хорошая. Но это неплохая карта, на самом деле, довольно-таки. Ну вот. Кто делал? Ну вот этот вот. Спикип. Спикип. Да, спикип. А вот тут написано, кто делал. Миш, так вот написано. Энди. Энди. Это не ты? Да я. Это твоя карта? Ну, да. Обалдеть. Миша, ты чё? Мы встретили автора карты. Не просто это самое. Так и сейчас нашла. Не просто так, да. Я еще дома поняла, когда печатала. Составление, компьютерная обработка. Энди. Вот и автор карты. Ну что ж, здорово. Вот сегодня мы идем прямо со звездой. В каком году это было? 2006. Или ты уже точнее составлял потом? Да не. 8 лет назад. Так, сейчас вспомнить самую дальнюю часть. Где этот шкурник страшный, вот этот шкурник страшный, вот эта часть, которая под дорогой и даже чуть-чуть за дорогой. Вот этот провал, это была обочина вот тут. Ясно. Не знаю, сейчас целая она или нет. А встанем где сейчас? То есть, ну, после русских бросок. А, так, где сцена была. Вот, здесь. Здесь удобнее всего, тут большой зал достаточно. Ага. Окей. Значит, вот, идем сюда.
Тут у нас будет стоянка. Ну что ж, вот мы окончательно собрались и в сумерках выдвигаемся. Сейчас, наверное, уже часов 7. Сейчас полезем. Да, здесь довольно так изрядно, в принципе. Может получиться суперзаброска. Супербыстрая. Ага. Вниз-то еще проще. Ай, смех. Миша, мы точно вот наша заброска. Ну, видишь? Ногами вперед опять же, да? Ага. О, как узко. Ну что ж, теперь моя очередь. Там вас встречу. Ну что ж, мы только что выяснили, что все-таки это не Петровская пещера. Возможно, какая-то лесная. В общем, это что-то другое. Есть вход? В общем, не плохие, реально. Это не вход в Петровскую. Миш, ну вот только там, да? Давай. Ты же реально залезь просто. Ладно. Ну что, все залезли? Да. Вот они, блуждания по лесу. Поиски пещеры в потемках. Нет, здесь что-то ничего нет. О, какие дырки накрыли. О, а там вода. Ну да. Там на дне есть вода. Глубина ого-го. Ну, пещеру мы не нашли, зато нашли резинки. Стоят себе с мусором. Порванные слегка. Но забавно. Что ж. Будем искать. В общем-то, мы были готовы к тому, что придется хорошо порыться. Да, ничего себе, действительно труба, кусок трубы. Ну что ж, мы все еще продолжаем бродить по ночному телегийскому лесу, такому мистическому месту, в котором мы не можем никак найти вход в пещеру. Удивительно, но факт. А здесь его нет, да? Ага. Вообще похоже достаточно. По тем фото и видео, что я видел. Но прохода дальше нет, да? Да, был вход один, посмотрим, что здесь. Вернее, было второй, когда два. Здесь вообще беда, да. Что ж, пытаемся что-то раскопать. Лом. Что здесь? Лом есть? Нет. Только бревна. Думаешь, оно? Да, рыхло здесь. Причем в перемешку со снегом. Понял. Ну давай сейчас тогда какое-нибудь бревнышко поищу, да? Так. Ага, можно еще попробовать. В принципе, вполне может быть здесь. Ну, конечно, изъездили все. Тут тебе попробуем. Ну, согласен. Надо пытаться. Оно? Ну, вот. Там все мягкое, пустота и провалено. Ого! Ну, походу, лопата нужна, конечно. Лопата, да? Откапывать, так откапывать. Хорошо завалено. Очень хорошо. Если, конечно, удастся протолкнуть туда внутрь, это все.
Ну да, и по очереди, если что, пофигачим. Похоже. Слушай, ты знаешь, я вспомнил, они говорили, вход к дороге обращен. К дороге? Да, так что мы правильно копаем. Похоже на то. Ну да, вон как палка уходит. Был вход, видимо. Очень похоже. Ну здесь при наличии лопаты и лома часок другой. Ну, видимо, придется туда переносить, если что. Ну, либо попытаться так. Ибо лома, лопаты нет. Я боюсь, что переносить здесь уже этого не останется. Предлагаешь съездить за ломом и лопатой? Ага. У тебя есть на даче? Ага. Так а что, можно сгонять? Настолько охота? А, блин. Так, ну, хочется уж напоследок-то сходить, потому что ты абсолютно прав. Этого, если это оно, то его точно не будет. А не можешь у кого-то уточнить? Оно не оно. Вот может, кому-то можно позвонить, кто-то скажет, кто-то был. Ну, на самом деле, я со многими разговаривал перед поездкой, никто ничего не знает, 100 лет не были. Ага, понял. Были здесь крайний раз, те, кто были, здесь еще был лес. Понял. Ну, на самом деле, это в таком случае самый разумный вариант сгонять тебе на дачу, взять лом и лопату. Ну, очень похоже, что это вход, да. Ты знаешь, ну, очень похоже. Ты действительно прав, это оно. Потому что я помню видео и фото, которое я пытался смотреть, очень похоже. Копать, не перекопать. В общем, мы приняли решение попробовать покопать яму. Для того, чтобы покопать яму, нам надо лом и лопата, которого мы с собой не взяли. Так что мы сейчас быстренько-быстренько метнемся, благо тут недалеко, на дачу к Энди, и возьмем лом и лопату. И будем копать. Предположительно, вход прямо вот здесь. То есть прямо на самой дороге. Все-таки. А вот та, в которую мы пытались входить, Энди говорит, что, возможно, лесная. Ну вот вход тут явно обращен в сторону дороги. Я вроде тоже слышал про вход, обращенный именно в сторону дороги. Так что очень похоже на правду. Да, блин. Останется, выживет одна лесная, если выживет. Да. Получается вообще на дороге. Да. Выходит, да. Но на самом деле очень похоже, ты, по-моему, ты прав. Мне ж потом совести не хватит по этой дороге ездить. Мы все-таки привезли лопаты. Снег под грязью. Ага. Это хорошо. Да, и мы начали копать. У нас тут дожорный на шухере. Мы фонариком стараемся не светить. Прячемся от строителей. Прокрали втихомолку, машину поставили подальше. И вот, маленько, полегоньку. Сейчас свалю, дабы не мешать. Начали копать. Если что, сейчас будем фигачить по очереди. Встал? Да. Снимаешь? Снимаю, да. Приблизь дырку. О, какой проход, видишь? Да. Дырку в войну. А ты посвети туда. Ага. Есть? Да, есть. Ну вот, здорово. Ну, все-таки мы до чего-то докопались. Что-то камни. На, плитку положили. Оцени, а. Все-таки опытный товарищ в этом деле. Думаю, ты скажешь, что мудрое. В какую сторону-то тут долбить? Блин. Казалось, вот оно рядом. Да.
на плиты. Нужно ломать плиты? Попробуй. Но у Архимеда не должно быть так много сил, что туда бронем не будет. Архимед накопал, да? Ну, плиты сложены, значит, все-таки кто-то из наших. Ага. Рабочие бы просто, скорее всего, сыпанули, да и все. Вот это опасненько. Так, это уже тверденько. Можно, держи. Ну, спасибо. Какой я неподготовленный. Да слушай, мы все неподготовленные. Ага, ты отколупал плиту. Да блин, нифига себе. Аккуратно. О. Ужас какой. Еще такие, хопа, новый, новый зал, длиной в километра. Ведь здесь может теоретически такое случиться. Да все что угодно может быть, да, я согласен. Хотя может мужик с добрыми намерениями подходил. Может он хотел нам дать экскаватор. Экскаватор надо копать. Мог подумать, что мы застряли. Ну да. Да не, на самом деле я не думаю, что мы кому-то сильно помешаем вот этим. Если только поможем строителям. Так что, может, ты прав, надо завалить. Так они, видишь, какие-то скважины бурят, бегают, прыгают, бедолаги. А так залезут и все узнают. Карта вообще есть, блин. Но они не знают, где вход. Не забывай, никто не знает, где вход. Если его завалили до них, то действительно они могут не знать. Это ты знаешь, где вход, они могут и не знать. В интернете нет информации. Что бы то ни было, но мы откопали хоть что-то. И пусть даже оно будет именно Петровской, которую мы ищем. Пускай оно будет не новым, но все-таки мы что-то откопали. Мы лезем туда, где давно никого не было. Да, и хрен знает, в каком-то еще состоянии. Ну это да. Вот этот бульник серьезный. Вот блин. Мужик, блин, отбойник. Точно. О. Треснуло что-то, по-моему. Не выковыривать же эту верхнюю, здоровенная. Как ее засыпали? Блин, хорошо заложили. Прямо как мы чайников закапывали. В гулкаче. Блин, как будто тут всю жизнь не было. Может, все-таки что-то новое? Все может быть. Ну не должно быть новое. Тут Петровская во все стороны. Может, мы копаем новый вход в нее. Ого. Да, булочник-то конкретный. Блин, стрёмное тут место получится. Стрёмное? Ага. Слишком вертикально? Потолок нехороший. А-а-а. Корочка помогает нам пока. Весной это точно хлопнется. Если не строители, то само упадет. То есть все-таки плиту придется? Или потолок туда наискосок? Ага. О, чем-то мне эта идея больше нравится. Как оно? Ой-ой-ой, как нехорошо. Тут, видимо, так здорово. Может завалить любой момент. Это мне нравится. Трындец. Как? Судя по тому, что дикарь только там, а здесь всякие обломки. Это все-таки положенная плита уже сверху. Ну вот этот вот явно, вот это вот, то, что ты бьешь, это же это не копанная. Ледниковая марена. Да, она не копанная. Значит, плиту могли подсунуть под тогдашний потолок. Хрен его знает. Здесь Петровская должна быть.
Никаких других систем не должно быть. Ура. Следи за шухером. Продолжает падать. Угу. Стремно это. Угу. Блин, а вокруг плиты все мягкое, даже ни во что не упереться. Да, подло. Сколько оттуда тепла выходит. О! Тепла выходит много. Угу. Это хорошо. А с другой стороны может обвалиться. Да. Дальше. Растает земля. Поднимешь? Опа. Вот такая вот хреновина. Фу. Ну это что-то мягкое, это засыпали явно. Да вообще снег получается. Да? Ой, все, про это иду. Видите? То есть это не копанное? Да, блин, мягкое на самом деле. Блин, знаешь. То, что могло и само заползти. Ну это да, есть шанс, что она гигантская, да. Все-таки ездили. Угу. Тогда есть шанс, что дырка настолько гигантская, это для того, что мы ее вообще ничего с ней не сделаем. Кто там? Стоп. Иди на разведку. Все хорошо? Что? Все тихо, все хорошо. Попробуем ломком. О. А это ты плиту шевелишь или грунт все-таки вокруг нее? Вот тут вот какая-то. Плита? Там какой-то камень, он отдельно от основной плиты, но если его снять, под ту плиту можно будет заковыряться, по-моему. Здорово. Спустя 3 часа. Но плита не пошло. Тесно, не? Ура! Победа! Вход в том же месте? Что? Вход в том же месте? Или это мы где-то в новом месте в нее вошли? Ну и вот тут, конечно, тут колбасина. Все-таки они, наверное, сыпанули сюда. Ну, можно залезать. Звать остальных. Ага. Проход там есть дальше? Не обвалено? Нет, да, все тут так было, так вот. Аккуратно с входа падает. Сейчас посмотрю снизу. О, аккуратно! Уворачивайся. Это само? Да. Херово. А откуда? С правой стороны. От меня с правой, от тебя с левой. Походу там все опасное. Да чтоб я видел, что тут опасное. Я думаю, это последнее было. Если честно. С правой стороны оно упало. Вот отсюда. Откуда? Вот отсюда. А, нифига там плита лежит. Это мы ее думали сковырнуть. Ага. Нифига себе. Это все-таки рабочие сделали. Они ее просто положили на вход. Потому что под плитой довольно большая полость. Угу. Почти до туда, где ты стоишь. Я понял. Так, ну ладно. Там ничего не сыпется? Вроде нет. Ну понятно, что я вижу песочек, но крупных камней не вижу, которые могут упасть. Отсюда так геморно вылезать. Ну мои-то вылезут? Да вылезут, просто неудобно. Опа.
Ой-ой-ой. Эту плиту нельзя вынимать. Вот она сейчас замковая. Хотя, если ее вынуть, здесь такой хороший вход станет широкий. Ну, мы не вынем, не хватит сил. Вся вот эта площадка. Это плита, да? Слушай, если ты так с таким трудом пролезаешь, мне надо вход, наверное, расширить, да? Да я еще не с трудом. Это еще нормально. С трудом, когда уже дыхалки не хватает. Минут 20 корячки. Угу, понял. Фу. Вот, просто имеет смысл расширить или нет, как считаешь? Не надо. Не надо? Ага.